Подписки со скидкой только один день, 29 февраля. Всем привет, улечки, ребятулечки, вы на канале Pro Stoplay for You. И сегодня с нами наши любимые викинги с War of Clans. Поговорим о подписках со скидкой. Так что всем, кому интересно, присаживаемся поудобнее. Берем с собой чаёчек, бутербродик, либо другие вкусняшечки. Обязательно прожимаем лайкосик. Ну и полетели смотреть видосик. Масочка! Ну что, ребятулечки, я уже в банке, и я просто в невероятном предвкушении увидеть эти подписки со скидкой. Но для начала давайте разберем бесплаточки. Здесь у нас последние дни зимы. Купите несколько банковских предложений и заберите этот набор в подарок. То есть, если мы приобретем две подписочки, мы получим дополнительно еще 200 тысяч 7-дневных ускоров. Как же это смотрится вкусно и заманчиво. Ведь купив всего одну подписочку, мы заберем остальные бесплаточки. А здесь у нас 1 миллион звездных осколочков, 100 миллионов рунической пыли, золотишко 100 миллионов, это только в первой. Дальше ускорение 30 тысяч 7-дневных, шпики Т4 2Б и НК шамана, которая очень сильно пригодится вам для прокачки гарда. Я прокачал гардосик до 10-го, и там меня ждет 1Б НК, сюрприз. Но сегодня не об этом. Если мы купим, конечно же, вторую подписку, мы заберем вот этот замечательный пак с ускорениями. И, возможно, заберем еще и вторые бесплатки здесь, 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 здесь и здесь. Это очень круто, это очень выгодно. Ну а что же ждет нас в подписочках со скидкой? И мы видим эти невероятные виповские предложения. Такого, я, мне кажется, еще не было. За 10 баксов вы можете приобрести сколько здесь? 1,5Б. 1,6Б умножаем на 4, то есть 8, почти 8Б випа, то есть плюс 1 уровень стоит 10 баксов. А за 30 баксов у нас 20Б, а 20Б это почти плюс 3 уровня к вашему випу. То есть вы можете приобрести этот пак плюс 1 уровень и плюс еще этот пак, это плюс 3 уровня. То есть за 40 баксов вы можете приобрести сразу плюс 4 уровня для вашего випа. Это очень круто, это очень здорово. По-моему, таких предложений в подписках еще не было. Да, конечно же, придется подождать 7-14 дней. Но что поделаешь, что поделаешь. Камушки, рунические камушки. Те камушки, за которыми гонятся все, чтобы первым прокачать 15-й сезонный гард. И здесь тоже увеличено за 20 баксов 6300 и за 30 баксов 10500. Тем самым за 50 баксов мы получаем почти 17 тысяч камушков. А этого нам хватит. 14 нам 400 хватит на один гард. И еще около 3000 останется на следующий. Это заманчиво. Это заманчиво, исходя из того, что камушки особо негде больше взять. Поэтому это невероятно заманчиво. При том, что можно взять камушки здесь. И я знаю, что здесь, в этой бесплатке, если приобрести 6 паков, здесь на вас ждет еще 5000 камней. Это просто нечто. Здесь я увидел, конечно же, заданки, которые нужны мне для того, чтобы получить шкуру. Я думаю, не только мне, это безумно актуально для всех. 15 миллионов всех заданий. Вы получите примерно по 4 триллиона ресурсов, прокладывая все заданки. Плюс ускорчики сможете приобрести. Но самое главное, это шкура для апа 14-15 шмоток Асгарда, Убы и остальных. Это очень круто, всего за 4 доллара. Ну и здесь за 5 баксов 8 миллионов. Это почти пол шмотки за 5 баксов. Вы представляете, раньше таких паков вообще не было никогда. Мы ждали эти рун монеты, когда они появятся. А тут бабах и нате, распишитесь. 8400 рун монет, пол шмотки одной за пятерочку. Это круто. Это, ну, я не знаю, просто раньше такого не было. Ускорение 245 тысяч 15-дневных, это полмиллиона 7-дневных. И тут еще это 700к 7-дневных. Грубо говоря, почти лям 7-дневных ускоров за 5. Ну это, скажите мне, что это не выгодно. Вот напишите в комментариях, что я не прав, это за 5 баксов, это дорого и это не выгодно, это вообще обдиралово. Да никто такого коммента не напишет. За 5 баксов почти миллион. Я же правильно посчитал? Тут, грубо говоря, 500, 750. И тут пускай там 100. То есть 8, почти миллион. Ладно, 900. 900к. Почти лям недель. Почти лям недель за 5 баксов. Да ну вы что, золото? Я не знаю, ребятки. Честно не скажу, по золоту выгодно, не выгодно. Здесь пропущу. Но вот тут. Вот тут. Тоже
Все-таки, я думаю, ну, не прям вау, конечно, не прям супер, но здесь у нас сколько? 900, и тут у нас по 360, это 700, 1,6. Почти больше половины вождя. Больше половины вождя за 10 баксов. Если вам не хватает чуточку до шмоточки, там 2-3 тысячи материалов, то, в принципе, за десятку можно взять. Но, я думаю, в акционах найдете и более выгодное предложение, поэтому тут такое, тут не особо выгодно. По рунически пыли здесь я тоже не знаю. Ну, за 50 баксов 4,5 лярда вам хватит клацать, не переклацать. У вас золота столько не будет, сколько пыли этой вам хватит. Ну, а если у вас нету, то можете обратить внимание, 750 миллионов за десяточку вам хватит на месяц так точно. По пламени здесь я тоже затрудняюсь ответить. Возможно, в акционных предложениях есть намного что-то выгоднее, чем здесь. Поэтому я, честно сказать, не могу. Ну, и здесь моя слабость, на которую я смотрю. Это вот этот замечательный пак за 5 баксов. 21 миллион заданий. То есть можно купить здесь 15 и здесь 21. И это почти 40 лямов заданий. 40 лямов заданий. Я не знаю, смогу ли я добить шкуру до нужного мне количества, чтобы апнуть 15 тысяч лем Асгарда. Я не знаю, но это прям за 9 баксов. Вы понимаете? 40 лямов заданий за 9 баксов. Ну, я не знаю, таких паков точно, в акционных вы таких точно не найдете. 40 миллионов клановых заданий за 9. Кому не хватает шкуры, либо еще каких-то материалов, я рекомендую, ребятки, 9 баксов, не пожалеете, я думаю, точно. 40 лямов заданий, это, грубо говоря, по 12 триллионов ресурсов, плюс ускорение за лоялку, плюс сундуки с материалами, поэтому вы добьете. Ну и ресы, которые сейчас негде найти, дешевые ресы сейчас не найти. Поэтому я думаю, здесь тоже более-менее выгодно, но честно затрудняюсь ответить. Я честно шокирован с заданник, я шокирован с випа, я шокирован с камушков, с рунических монет. Это действительно круто, действительно выгодно. Спасибо огромной компании за эти невероятные скидки в подписках. Ребятки, обращайте ваше внимание. Я вот после миника сразу же решил записать для вас видосик, так сказать, потренироваться. Ведь в марте невероятное количество видосов будет выходить специально для вас. Так что надеюсь на вашу поддержку. Всем, кому интересно, обязательно подписываемся, прожимаем все уведомления, чтобы ни в коем случае ничего не пропустить. Ведь тут для вас в викингах старается ваш просто play for you. Прожимаем, не пропускаем. Ведь в марте будет безумно интересно. Всем огромное спасибо за внимание, счастья, здоровья и до скорых встреч. Всем покедова!